16 сентября в Энской воинской части Службы государственной безопасности Азербайджанской республики состоялась церемония принятия присяги молодыми солдатами. В церемонии приняли участие президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Илхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи. Начальник службы государственной безопасности генерал-лейтенант Мадат Гулиев отдал рапорт президенту, верховному главнокомандующему Илхаму Алиеву. Президент Илхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву и возложили цветы. Cənab Ali Başkomandan, dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin əlahiddə tavrın gənc əsgəri heyəti andıçma mərasiminə düzülüb. Əlahiddə tavrın komandiri polkovnik Muxtarov. Prezident İlham Aliyev privetstvoval liçni sostav. Salam əsgər! Bayrağa təzim üçün. Diqqət sana! Республиканın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda xidməti döyüşü tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı həlak olmuş hərbi qulluqçularımızın xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək.
Капитан Юсипов, андычма верасимни башлаян. Командир воинской части доложил верховному главнокомандующему о готовности к церемонии принятия присяги. Парад! Кендескер бөлі, әрбанды кабыл етмей түн тәйін олмыш ерлере. Атыма! Марш! Затем молодые солдаты принесли присягу. Отметим, что среди молодых солдат, принявших присягу на церемонии, состоявшейся в Энской воинской части службы государственной безопасности, находится сын президента Азербайджана Гейдар Алиев, проходящий здесь военную службу.